Всем привет, мои любимые! Сегодня у нас с вами роллы, мои любимые, темпура, здесь и лосось, и креветка. Что-то еще там в составе, ну, творожный сыр, ну, вот это вот темпура в капибаре мне очень нравится. Салатик с лососем, с чукой, все, что я люблю. А, чай у меня здесь, грейпфрут, клюква, вот этот тесс есть такой вот в пирамидках. Он такой в фикс-прайсе продается, очень бюджетный чай, но мне он безумно нравится, такой красный с гибискусом. Ребята, всем приятного аппетита, кто кушает со мной. На фоне у меня будут АСМРные звуки живота, потому что сегодня я почти ничего не ела, только утром. Итак, ну, то кофе, то чай. Для меня это вообще в новинку. Так, мой живот уже орет о пощаде. Просто как-то не хотелось есть. Да, надо было мне, конечно, с правой стороны поставить роллы. Это просто вот с креветочкой, с лососиком. Ой, надо же еще васаби бахнуть. Долбануть, как я сказала в прошлом видео. Видите, ребят, этот васаби стал более густой. Раньше он был более жидкий. Иди ко мне. А, ну как обычно, отвлеклась на еду. Вчера у нас был дождь. Я не снимала, мы гуляли с Дашуркой по улице. Я не бегала уже по этим лужам. И так опять приболели. У нас есть уже один человек болеет, значит, болеют все. Мы уже привыкли. Дашке такая ангина всегда сопровождается. И в этот раз и Яну прихватила, и у меня немного горло болит. Так и получается, все болеем, друг друга заражаем. Соус манго маракуйя вообще вкусный. Наверное, я возьму вилочку, у меня же здесь лежит. В этот раз салатики так вверху набросаны. А рыбка у нас тут есть. О! Это один из любимых салатов в капибаре. Чука, это вообще превосходно.
ребята, опять отшибла мозг от такой вкуснятины. Думаю, надо видосик снять с моим любимым зрителем. Да, Шуля уже уезжает завтра. Мы еще завтра погуляем. То на качелях там катаемся. Ночью, прикиньте, как классно. Конечно, уже нарывались там. Оно просто темнеет сейчас немножко раньше. Даже 9 вечера уже так темновато. У нас много было случаев, и Дашка рассказывала. Даже, наверное, на канале здесь, как за ней два парня там шли. В темноте она одна шла. В общем, мы такие, что найдем на задницу приключения. Ну, просто реально так было классно вдвоем кататься на этой качели, на детской площадке. Там просто дома, там многоквартирные вот эти вот дома. Очень освещено, и мы поэтому и катались там. Фоткали, снимали видео. Даже. Ребята, мы сегодня же качаем мышцы лица. Обязательно прокачка всех мышц. И это надо есть прям лицом, чтобы сразу оживлялись все мышцы на лице. Да, лайфхак, запишите себе в блокнотике. Чтобы оживить мышцы, нужно стараться хорошенько запихивать в рот еду. Во-первых, не жалеть свой рот. Вот. И не жалеть свои мышцы, а наоборот, двигаться. Движение — это жизнь. Это прям такая вкуснятина. В общем, мы с племяшкой найдем, куда влезть. Просто идешь, никого не трогаешь, обязательно наткнешься на кого-нибудь. Потом еще тоже такой был случай. Получается, ночью кошка ни с того ни с сего подходит к двери. Вот именно входная дверь, она подошла и глазками на двери смотрит. Обычно она так делает, когда кто-то, понимаете, из знакомых приходит. Или мы приходим там, или кто-то из знакомых. Того, кого она знает, она подходит к двери и встречает. Получается, первый раз Дашка обнаружила, что там какая-то тень у нас под дверью стоит. Потом я она посмотрела, реально. И главное еще движение. Минут 30 стояла. Потом мы стукнули в дверь, она и ушла. То есть кто-то стоял,
И тень прямо отсвечивала в глазок. Ночью. Кошка почувствовала, значит, знакомый кто-то. Хотя она раньше так не подбегала никогда к двери. Потом опять еще одна ночь, опять подбежала. Но уже мы не видели такую тень. Все равно жутко, знаете, ночью, типа так, кто-то стоит под дверью. Не дергает ничего, но стоит там что-то. Обычно, когда соседи проходят, она не реагирует. Вообще. А то встает, подходит и смотрит на дверь. И мы с Дашкой как раз вчера вот поздно с магазина шли. Дашка говорит, блин, я так боюсь. Я говорю, не бойся, я всех распихаю. Такая делаю вид, что не боюсь, такая поднимаюсь в одну сторону, в другую сторону. Надо с собой и перцовый баллончик, и электрошокер носить, и все, блин, в общем, оружие, которое можно использовать при самообороне. Такой сразу, знаете, вышел сразу, чемодан с собой. Мы не додумались посмотреть камеры. Ой, дурные. Там же на первом этаже есть камера, надо глянуть. Только играем в гадалку. Посмотрели бы сразу. Ерундой страдает, под дверью стоит. Главное, кошка чувствует же, что знакомы. Просто я так понимаю, но если ты хочешь там прийти, не знаю, кто это стоял, так позвони, предупреди. А смысл под дверью стоять? Темно. А салатик вкусный. Вообще. Такой кисленький. Конечно, если сахар добавить, то будет вкусно, сладкий. Класс. Обалденно просто. Чай, компот, кисель. Знаете, все в одном. Ой, рука грязная. Это моя влажная салфеточка. Что, мои любимые, мои дорогие? Мы так вкусно с вами поели сейчас. Так сытно. Обалденно. Вот и любимые продукты вообще. Животик довольный, животик молчит. Вот. От души благодарю за просмотр. Я вас очень сильно люблю. Целую. Поцелуйки.
До новых встреч, моя любимая.